И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы начинаем проходить такую игру, как Cry of Fear. Мы ж прошли какой-то хоррор по типу Слендера, но даже начинать какой-то новый. Вот у меня завалялась в стиме вот такая вот игрушка, она давно была, я в нее не играл, это новая игра. Даже не старая игра, но для меня это будет новая игра. Ни русского языка здесь нету, я скажу так. Так что как быть, я не знаю. А как выйти? Секунду. Ну, давай на английском. Ладно, начнем заново. На среднем уровне сложности. Потому что мы чуть слабаки с тобой. Конечно, на среднем. Происходит. Так, introduction. Я одинок, мой телефон — это жизнь. Долго я мог помнить, я не знаю, мне нравилось это, я просто использовал это. Но я знаю это. Одинокость твою, ты shit и ты bitter, и злой, и время просто... возвращается снова. Чего? Ну, типа, он одинокий, он типа в телефоне лазил, у него никого нету, и все время все по кругу, все одинаково идет. Вот такое вот повествование, как мне кажется. Кошак робот, который ходит как робот. Есть же робот-пылесос, а там есть уже робот-кот. Какая музыка меланхоличная. Второй хоррор с музыки такой начинается, такой прям вот так вот. Тут прям все продумано, прям все отлично. Фир. Край слезы, фир ужас. Слезы ужаса. Учим английский со мной. Видишь, как профессионально перевел. Я еду в поезде, я вот этот мужик, я на гопаря похож, я гопник. Помогите кто-нибудь. О, черт! Что произошло? Все, сбили. А зачем? Я, наверное, у кого-то не того телефона отжал. Так, что это? Кровь? Мужик? Что мужик делает?
Тейк. Что, непонятно? Так, я играю. А что у меня во рту? Что это? А что во рту? У меня какой-то предмет во рту. Не о том ты думаешь, не тот предмет, о котором ты подумал. Ай, не стыдно как, ай-яй-яй. Что это? А-а-а, у меня во рту этот... фотоаппарат. Ну окей. Эй. Ненавидеть. Так. Мужик лежит. Ага. А где? А чё? О. Дверь. Чего? Мужик стоит. Так, а как? Я прыгать умею. Что я еще умею? Так. На альт что-то умею. Нет. Приседать умею. Давай. А, типа подпрыгнуть, присесть. Да это ебанешься. Ты что? Это мужик стоял. Это звуки. Звуки изменились, у меня мурашки по коже пошли. Чего? А можно я туда не пойду? Блять! Ебанушка, блять, ебучая! Ух, блядь, мне как аж парило холодом. Чё, совсем дурак, блядь, неумный, блядь, ты чё, взвал? Аж слюни полетели. Нормально, меня так... Где я? Да не знаю, я тоже уже не понимаю, где я после вот этого, что произошло. Так дурачком можно остаться таким же, как я здесь оказался. Не знаю, как ты здесь оказался. Из этого дурачка можно дурачком стать вообще. Дебил, сука. Не телефонный кредит. Тебе кредит телефонный названивает? Мне тоже. Частенько такое названивает. Так. Чаптер 1. Лост последний в городе. У меня нож, я говорю, я гопник. Ха, блядь. Так, да. О, у меня есть инвентарь. Телефон. Так. Quick Select. Это что? Давай на единичку. Типа, если я единичку, то буду на единичку нажимать? Давай на двойку. Вип. Чего? Где ты? Иди, побыстрее возвращайся, что-то. Так, позитив. Уже темно. Какой позитив и темно? О. Нож. А можно и то взять? Можно, прикинь. А как... А, на правую типа это, на левую это. Ага. Что? Что это было? Что именно? Shift бежать. Мне от кого-то бежать надо будет? Так, я не открыл, не открою. Странно, она не закрыта. Кто там? Код. Я не знаю код. Найти код от этого.
Хорошо. Пойдем. Пи. А, ну это же задача моя, типа найти код. Страшно так. Тебе не страшно? Мне страшно. Так, дверь. Хочу бургер. Дверь хочет бургер? Или дверь бургер? Дверь не бургер. Я понимаю, ты, наверное, жрать хочешь. Но дверь это не надо жрать. Так. Она не открывается. Она закрыта. Я хочу бургер. Ну, вон, хочу. Тут бургер. Ж мать. Слюни текут. Скоро пена со рта потечет. Ваш телефон. Ага. Маус. Как мне мурашки по коже идут. Прям накатывают. Давай на велик. Я не нуждаюсь сейчас в этом. А я нуждаюсь. Поехали на велике. Чтоб нас никто не догнал. И кто? А, это голова. Я думал, она движется. Это что ты, сука? Будешь пугать меня. Так. Так, так. Поехали. Интерьер Дэн разрушена. Она не хочет работать. Так заставь ее работать. В смысле она не хочет работать? Это машина, она должна работать. И это не хочет работать. Что за бунты? Вы почему не хотите работать, а? Почему работать не хочешь, сука? Ты... Я сейчас выгоду. Я сейчас у тебя магнитолу спиджу. Ты слышишь, работай, блядь. Эш гопник. Чего? Process are red. Process are red. Process. Это что? Е45. Чего? Двери не открываются, да? Чё себе здесь ветруган? О! Смотри, превьюшка. Вот так вот. Всё, пойдём. Бармен, налейте мне стаканчику. Газировки желательно. Я больше другого не буду пить ничего. А здесь что, Хэллоуин? Почему здесь... компьютер. Посмотрим, на каких-то тут сайтах лазишь. Ах ты, сука. Подожди. Может, эти листки? Давай. Process are red. EA45. Так ведь? Или там не 45? Подожди. Я что-то не так вожу? Или это не то? EA45, да. Может, по-другому? Давай сюда. EA45. А здесь Process are red. Натуре 98-65. Кто там? Кто там? Я с ножом, смотри, я пырну. Потом печень, и ты не будешь вечен. Не надо возвращаться, да? Ну пойдем. Сука, музыка страшная.
Че, скримеры? Ненавижу скримеры. Так. Я ж правильно иду? Опять это место. Беги нахуй, все, сука, блядь, я убью сейчас всех, блядь. Фу, пробежал. Фу. Это самое страшное место было, когда вот эти вот плевки, плески, вот это все. Страшно. Так, здесь кого-то тащили. Или какого-то человека, которого убили. Или какую-то женщину, у которой месячные. Э! Шутка за 300. Help me, помоги мне. Подожди. Сейчас подожди. Сейчас помогу. Я не помню пароль. 98-65. Давай. 98-65. Есть. Пойдем. Блядь. Бляха-муха. Не делай так больше. Я сейчас ножом тебя ткну. Так, вы можете там 3 итема в ваш быстрый слот. А ну я это уже сделал. Выпресс 1, выквиптов первый слот, быстрое доставание эквипов в инвентаря, и Кен может. Кен может, да. Эта дверь хочет бургера. Ну сука, блин! Всем лежать! Бля, кто-то дверь закрыл. Они боятся, я ж говорю, я гопник. Мобил, дай. Что? Что за... Так, посмотри налево. Фу, лево, право. Left, лево, right, право. Учим английский вместе. Left, 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 лево, right, право. Батон низ, топ вверх. Бля. Вы можете сохранить игру в локации. Это там. Если вы там сейф 5 локации мультип. Чего? Сейф реквит, топ найт, мод 5 тайм. Как сохраниться? Так, press mouse to perform attack. Да, атак. Because small immunity, маленький дамаж монстрам. Используй сильную атаку, чтобы пуш. Пушить надо. А как сильная атака сделать? О! Я сейчас буду драться? А мне темный экран, это нормально? Алло. Эу. Игра. Игра, ты дурак? Ты ж мне покажи, что происходит. О. Что? Кровь? Фу. Чи, боже. Как, блин, как фак, как хуй, геф. О, молоток. Зачем тебе молоток? У тебя нож. А, блядь! Ничего, кинематограф. Ух ты, сука, блядь. На, блядь. Нихуя ты, блядь, какой, а? Чё, гопник такой, да? Да, блядь, он попадает обязательно. Ты чё такой резкий, блядь? На. Что за происходит? Что это? Кто ты? Мне нужна полицию. Мне нужно позвонить в полицию. Правильно, пусть подождет. Сейчас полицию позвоним. Он доставал меня. Смотри, как он двигался. Он такой гопник, такой на расов. Проклятие, нет сигнала. Как он, ты видел, как он до меня шел? Он шел так-то, блядь, сука, иди сюда, блядь, убью нахуй, сука.
Он пол жизни у меня схуячил. Она восстанавливается жизнью? Нет. Мне кажется, нам надо сделать поменьше сложность. Меня так убьют. А как вы сохраните игру? Дискард прогресс и дискард прогресс. Как сохранить игру? F5. Так. Так. Куда? Сюда. Нет. Сюда. Что это? Это не откроется сейчас. Дверь. Не, ну, знаешь, когда монстров можно бить, это не так уж и страшно. Вот когда вот надо только убегать, вот это страшнее. Е, клип, ладер, он лад... Чего Е? Пуститься? Давай. Опять темно. А чему опять темно? Что с игрой? Так и должна быть такая темнота. Это прогрузка? Это загрузка? Чего? Никак. Я не вижу ничего. Алло. Игра. Это нормально? Да. О. Ну все работает. А, надо было спускаться. А ты зачем? Зачем сюда спустился? Ты же в полицию собирался звонить. Вообще, куда ты идешь? Ублюдь. Ля, что делает? Он со стеной целуется. Блядь. На, блядь. Тебе рассказал, блядь. Куда ты, сука, бежишь? На. Да попадись, сука. На, сука, блядь. Дай ей свой молоток. Ты, козел, ты видел, сколько ты мне жизни вообще оставил? Я говорю, они сложные чересчур. А здесь аптечка, я не знаю, меня сейчас убьют. Меня убивают. Ну тут еще один, он меня убьет сейчас. Бля, дерганный какой, а? Бля, какие у него плечи накачанные. О! Да ты сука! Да пиздюк, блядь. Да нет, ну это никак. А в смысле, а как не сохраниться? Нин, ты видел это? И что, мне с самого начала проходить? Пизда, блядь. Как сохраниться в этой игре? Секунду. Run, jump, crawl. Alt, Shift. Интернет. Чего я? Какой интернет? Mouse 3. Tertiary. Третья атака. Как сохраниться? Voice. Void. Help. Out. Чего? Out game. Пауза game. Пауза, F5, take скриншот. Я скриншот сделал. Вообще на F5 сохранение должно быть. Я не знаю, как сохраняться. Есть 3D меню, кастом компании. Что это значит? А, я понял. Я все понял. Есть 2D меню, есть вот это вот 3D меню, да?
Ай, что делать? Мне так и не ответили, как мне сохраниться. Там написано, что можно сохраняться там в какой-то комнате. Ну а как сохраняться? Не, надо, короче, ниже делать сложность, потому что они жирные, они вот это вот бьют, бьют. Я даже отступаю, они все равно меня бьют. Ну, в следующей серии, я думаю, мы начнем с того же места, просто я допройду быстренько. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на... ставьте колокольчик обязательно, чтобы видео обязательно не пропустило мимо вас свои уши, свои ноги и все подряд. И всем до встречи, всем пока.